наша тряпка? Капитошка! Наша речевка? Дождь капает по дорогам, но совсем не скучно нам. Мы играем и поем, очень весело живем. Пасмурное и дождливое утро совсем не помеха детворе, особенно когда речь идет о развлечениях в парке аттракционов «Мадагаскар». Все отряды бендерской летней площадки «Улыбка» на базе первой гимназии готовы атаковать любимые аттракционы. Руководство парка предоставило возможность сделать это бесплатно для всех детей, отдыхающих на летних городских площадках. Я здесь впервые в этом парке, конечно же. Мне этот парк нравится. Особенно понравились качели водные. Веселый очень день. Мне очень нравится, что здесь всегда общение с детьми. То есть мы учимся дружить. Мы можем за день найти огромное количество новых эмоций позитивных. То есть мы играем постоянно в мяч, в бадминтон, твистер. То есть все время с улыбками на лицах. Выплеск энергии. Больше всего им нравится прыгать на батуте и на вращающемся здесь плавательном шаре. Это больше им всего нравится. Бурная реакция. Вот я скажу, что больше всего им, конечно, 3D, когда мы пошли на Мадагаскар. 3 вот они ждали, и аттракционы, качели, карусели. Мне очень весело. Мы каждый день ходим в кинотеатры, на разные выступления, в музыкальные школы, в библиотеки. Мне очень весело на площадке. Даже нет времени заскучать. А сегодня нас привели на аттракционы. Можно сюда пойти куда хочешь. И на батуты, и на круги. Ты уже где-то была сегодня? Нет, пока жду своей очереди. Никаких уроков, домашних заданий и перемен. Главное правило для всех – режим и обязательно тихий час, который, кстати, дети не очень любят. Больше всего детям нравятся, конечно, спортивные такие конкурсы, развлечения, более подвижные. Но я считаю, что и интеллектуально их надо тоже развивать. Не любят дети, не знаю, что вы не любите, тихий час спать они не любят, да. Они хотят все время играть. А чего не хотелось бы, чтобы было на площадке? Что больше всего не нравится? Спать не нравится. Дети едут или идут на площадку, чтобы развлекаться и чтобы отдохнуть. Потому что мы все время учимся, работаем. И сейчас мы отдыхаем. Мы в прошлом году не ходили на батуты. И больше всего, как в этом году, всего мероприятий, да, вот, больше всего интереснее. В библиотеку много раз ходили городскую. А в библиотеке чем занимались? Смотрели, смотрим фильмы, читаем. А что-то интересное прочитал уже? Да, Карлсон, две части. А ты что прочитал? Ну, я много чего читал, энциклопедии. Я вот за этот тихий час прочел уже 3 или 2 книжки. За тихий час? Да. А в тихом часе ты не спишь? Нет, там дают нам 20 минут сначала почитать, а потом уже спать. Оздоровление, режим и трехразовое питание – все это в программе летних оздоровительных площадок, действующих на базе бендерских городских школ. Ну и, конечно же, обязательные экскурсии, кинотеатр, всевозможные конкурсы и игры на свежем воздухе.
Елена Цветкова, Алена Бухаткина, Днестр ТВ.